Здесь уже копают траншеи и вскрывают старый асфальт. Ремонт дорог одновременно ведется на нескольких территориях Лазовского округа. Старый тротуар давно устал, и жители требовали перемен. Ремонт проходит за счет местного бюджета по программе благоустройства населенных пунктов. Это социально значимый объект, ведь дорога ведет в детский сад, школу, полицию и МФЦ. Выемка грунта, начиная с выемки грунта, подготовка, потом укладка бордюров, потом засыпка между бордюрами тротуара, а потом асфальтобетоном. Покрытие будет асфальтобетон. А по программе «Тысяча дворов» уже укладывают бордюры. Но на этом работы не закончатся. После планируют поставить лавочки, провести освещение каждому подъезду и установить долгожданные клумбы. Теплотрассы проходят, глубоко не прокопаешь, потому что можно повредить теплотрассы. Ну, есть перепад земли, уровень. Нужно продумывать, как воду отводить от домов, чтобы она не заходила обратно. Вот так в основном нету больше сложностей. Ход ремонтных работ в Лазовском округе находится под особым контролем. Каждый день на объекте как глава округа, так и общественные наблюдатели.